все во сне очень. Не могу отойти отсюда. Давайте вам поставим. Нет, ему не доверяю. Это чужие. Я ему тоже не доверяю. Я не доверяю. Вот ты не доверяю. А я ему не доверяю. Видите, какие глаза? Менеджеру хотел товарища пригласить на каком основании узнать, что он снимает. Нет, кем? Серьезно? Пойдемте. А кто ты такой вообще, чтобы я тебе что-то перед тобой отчитывался? Ты серьезно? Кто такой? Ты представься. Гражданин. Да. Гражданин. Гражданин. Гражданин а чего? Кто? А если не выйду, то? Выходите. Не хочу. Вот туда. Не там хочу. Идите на улицу снимать. Не хочу. Здесь ходить не нужно. Не хочу. Слушайте, вы вам делаете что-то? Что, заняться не нужно? Сегодня выходной день, поэтому да, делать нечего. Идите отдыхайте. Камеру уберите, я вам на себя запрещение не давала. Выходите. А я не спрашиваю. А что вы говорите? Вы не знаете, что спрашивать нужно? Давайте без охраны. Давайте без охраны, Сережа. Ну, может, выйдите тогда. Почему? Не нужно ничего. Это просьба или какое-то требование? А с какой целью вы выйдете? В смысле, с какой целью? Просто пришел. И не Серьезно? А кем разрешено? Слушайте, уберите свои камеры, выйдите, пожалуйста. Кем разрешено должно быть? Я сейчас приглашу. А кем уберите, и меня снимать не нужно. Убирайте все это. Выходите. Не хочу. А если не выйду, то? Выходите. Не хочу. Вот туда. Не там хочу. Идите на улицу снимать. Не хочу. Здесь ходить не нужно. Не хочу. Слушайте, вы вам делать больше нечего? Заняться не нужно? Ну, сегодня выходной день, поэтому дальше делать что? Нечего. Идите отдыхайте. Камеру уберите, я вам на себя съемку разрешение не давала. Выходите. А я и не спрашиваю. А что вы говорите? Вы не знаете, что спрашивать нужно? Давайте покиньте помещение. Нет, не пойду. С какого права вы меня снимаете? Вы мне что-то запрещаете? Да, я запрещаю меня снимать. А я вам запрещаю. Валите. Самого, ничего себе. Это такое обалдеет. Это оптика, да? Зайти и увидеть. Он зашел и увидел. Капец просто. Хамло такое. Хамло. Я что ли вас посылаю в магазин? Я просто на своих исполняю. Вы продавец? Вы покупатели. Покупатели, которого только что послали. Вы при исполнении. Продавец. А с чего я не могу это делать? А с чего вы можете? Законодательство этой страны. Какого? Снимать меня? Конечно. Да, представьте себе. Идите, включите камеру. Вы сами туда приходите. Так объясните, почему вас снимать нельзя? Если вы свидетельствуете, вы должны знать правила. В смысле правила? Чьи правила? Ваши? Вообще правила, которые дают вам разрешение, на съемку человека, который с этим не согласен. А, нет, стоп, давайте пойдем по-другому. А что мне запрещает? Статья и номер закона. Девушка вам не дала разрешение ее снимать? Нет, пускай она сошлется, если она запрещает, пускай она сошлется на норму закона, по которому мне запрещено это делать. Она юрист. Но она юрист? Это юрист? Я говорю, она не юрист, но она правильно знает. Правила чьи? Компании? Есть внутренние правила компании, как все другие. Елена, а внутренние правила покупателя касаются? Я Елена, а вы кто? Потенциальный покупатель вашего магазина, конечно. Хорошо, слушаю ваш вопрос. Я вот уже сомневаюсь, обращаться к вам, да или нет, поскольку вы некомпетентны уже. В моих глазах вы упали, как компетентный сотрудник. Еще раз, не мне решать это? Нет. Я решаю, как покупатель. Я передам вот эту видеозапись в вашу организацию и посмотрим, кто прав, а кто нет. Передам. Мои профессиональные компетенции. И передам. Есть ли у меня право решать, компетентны вы, да или нет? Не говорите лучше глупости. Будете казаться умнее. Вы очень умно себя ведете. Представьтесь. Покупатель. Вы у каждого покупателя спрашиваете имя? С камеры. А что, у нас запрещено уже с камерами ходить? У нас с камерой запрещено уже ходить? Сейчас вроде как 21 век. А интересно, каким... А, Елена, а каким надо образом меня... Надо мне вносовать камеру. Каким образом я внутренне... Каким образом меня касаются внутренние правила вашей компании? Как покупателя? Каким образом они меня касаются?
оптика. Зайди, увидишь. А можете сказать номер статьи, по которой запрещено снимать у вас? Можно вот ей уже объяснили, почему можно снимать. Видимо, почему, поэтому она и молчит, сидит уже. Слушай, охрана подойдет, будешь с ней разговаривать? Слушай. Да, она меня а с каких пор мы на ты-то перешли, нет, а? Она меня послала. Ты с чего это вдруг меня на ты-то начала прощать? Сама здесь, помолчи. Помолчите. Сама помолчи. Сама помолчи. В общественном месте. И ты ко мне на ты прилично. Обращаешься, я к покупателю. Я вообще никак не обращаюсь, молодой человек без да? имени. Да. А я обязан представляться тебе, что ли? А что, я обязана представляться? Конечно, вообще-то обязан, да. Что вы говорите? У тебя должен быть бейджик. Должен, да не обязан. Да? Угу. Видимо, это директор магазина. Ну, прославится. Как нас и собирала такую должность-то, интересно? А запрещать, никто не может запретить снимать. Опа-на, да? Опа-на. На каком основании? Они вам мешают? Мешают, да. Они нам на людей запретят. Это пугает. Нет, девочка, запретите, никто не может запретить. Вы можете просто попросить их, пожалуйста. Мы попросили, люди не или же. А люди вежливо отказали. А потом она меня после этого послала. Мы сейчас уйдем, а можете объяснить им? Без наезда, без унижения, без а кого вот таких вот глаз наглых, смеющихся, все что угодно. Я расскажу, я объясню. Да, то есть никого не нормы, нормы закона. Невозможно надо, зайти, они вот шарахаются. Тетя, Елена, вот эта штука никогда не врет. А ты сейчас врешь. Не надо мне в наглую. Тыкаю? А ты почувствовала на себе, что тебе тыкнули? Вы молодой, то, что вы старше, не по, это не показатель вашего ума. А понятно? Где? Получается удовольствие. Культура, где элементарно? Культура? Я спрашиваю, задайте вопрос. А где у вас была культура? Где у вашей сотрудницы была культура? Просто пришли помотать нам нервы или что? Да. Дайте нам чтобы работать. Чтобы данная сотрудница спокойно. Тыкала нам. Тыкнул первый, пошел ваш работник. Да? Да. Это да? была ответная реакция. Вот эта штука никогда не врет. Вот пусть и запишет. Вот тыкнул эта штука первый, никогда он. Не врет. А вы сейчас врете. Девушке тыкнул первый. А вы он. Сейчас врете. В наглую. Ради бога. Вы думаете, что вы женщина, вот да? И записал? Этот мужчина сейчас должен за вас заступиться. Во, видали? Нормально? Нормально. Вы считаете это нормально? Это нормально. Вас, вам никто не врет. Это нормально. Он не нарушает. Он мне не хамит. Нет, ну и вы будете уволены. И вы будете уволены. Так я-то не хамлю. Он в данный момент. Вы не нахамили мне, да? Нет. Вы потом пересмотрите где-нибудь в интернете. Вам люди потом скинут ссылочку. Вы посмотрите. Да, я понимаю. Пойдемте к менеджеру. Какому менеджеру? Зачем? А зачем? Затем, чтобы вы снимали. Переводов, да, серьезно. Да. Тренер я... Храника Сятова. Так, пойдемте, здравствуйте, пройдем. Кстати, вы кто такой? Пойдемте, пройдем. На каком основании? Ваш коллега что-то подошел ко мне, куда-то пройдет. Менеджер хотел товарища пригласить, на каком основании узнать, что он снимает. Нет, съемки. Серьезно? Пойдемте. Пойдемте. А вы кто такой, чтобы здесь снимать? Вот вы что? Молодой человек, пойдемте. Что вы потом? Подождите, вы кто? Так. Какой? А ну давайте, погодите, кто запрещает нас? А ну давайте. Он там хочет показать. Это можно, да? Нельзя. А мне нельзя, да вам можно. Мне нельзя. А в какой церкви снимать? Ну, а сам говорит, нельзя. Серьезно? Вы запрещаете? Да. А вы лицензированный охранник? А вы с какой да, целью запрещаете? А можете удостоверение показать? Хотя хорошо, если вы здесь подождете. Давайте вам внутрь пойдем. Ну, возможно. Мы тут, мы не убегаем. А кто ты такой вообще, чтобы я тебе что-то перед тобой отчитывался? Ты серьезно? Кто такой? Ты представься. Гражданин. Да. Гражданин. Гражданин. Гражданин а чего? Узбекистана. Узбекистан. А, ну по глазам так пойдет? Видно, да. Так видно. Нормально будет? Нормально, в самый ну раз. Ну все, да-да. Тогда ты тоже из Узбекистана. Вы как себя ведете, сотрудник? Охренеть. Это H&M, международный бренд. Таких понабирают. Откуда тебя взяли? Савита, что ли? По-русски-то умеете говорить хотя бы? Чего я не слышу? Погромче. Ага, погромче. Прочисти. Ты кто, дядя? Удостоверение, охранник. Ну это Игорь. Ты лицензированный или просто контролер? Слушай, убери руки! Алло, ты что, ты меня трогал? А ты мучаешь? Ты что, имущество похищать пытаешься? Мужчина, да, вот.
это майна. Обалдел, что ли, вообще? Грабеж в общественном месте. А что чужое имущество трогаешь? Пальцем меня не тыркается своей соседки. Да, снимайте. Ты что чужое имущество трогаешь? Я снимаю. Тебе кто-то разрешал чужое имущество трогать? Нет, печать с меня есть. Вот. Отойди, ты будешь без станции. Сам отойди сейчас, отодвину тебя. Вот я вернул. А теперь, пожалуйста, расскажите, ребята, а что снимаете? Самоуправство. Какое снимаете? Какой? Так вы с камерами сюда пришли. И? Кто сказал? Документы. Документы. Кто подписал его сюда? Виталик, поставь. Давай. Почему вы решили, что это запрещено? Ну просто так, чисто нет. Да в любом магазине. Серьезно? Нет, давайте вы сначала за свой магазин ответите, а потом за уже другие будете отвечать. А давайте менеджера позовем. Так а вот, за ним-то и пошли. Да? Что-то надо. А это кто, он или она? Это она. Она? А что она так долго идет? Отскать надо, догонит. Что значит, если надо догонит, кто-нибудь остается? Нам еще условия ставить? Вы все. Кто-нибудь останется? Ну вы оставайтесь. На каком основании? Кто-нибудь со мной останется? Так ты останься здесь. Вот и менеджер, кстати. Раз так. Бразовые футболочки такие? Здравствуйте. Здравствуйте. Можете снимать, пожалуйста. Спасибо вам большое, а. Сотрудники, охранники, извиняться перед нами. Ты вообще обнаглели, просто обнаглели, да не обнаглел? Ты не обнаглел? Ты обнаглел. Виталий. Так, тише, ребят. Или я что-нибудь. Ладно? Чего ты? А, так спинясь. Сделай что-то успокоительного, выпей. Кроволольчик. Кто-то там. Да что ты говоришь? А ты кто, доктор? Доктор, да, доктор. Давайте сзади. Увольняйте его. Зачем это? А зачем это? А вам не разрешают, я понял. А что вы там фотографируете? Зачем нас фотографировать? Ну, не вас, а вот, например, вот это. Этот, пожалуйста. Да. Ну и пожалуйста. Все вокруг. И все вокруг? Да, и в том числе вас. Мы-то зачем? Мы уже не фотогигиеничны. Кто вам сказал? Как вы об этом узнаете? Только мне не могу жить. Да? Я не поняла, что я это, тебе это нападение или что? Да. Прямо, да, изнасилование сразу, еще скажите. Нет, как нет, о, вот о. Она, смотрите. Нет, это женская. А что, она не подойдет ему? Что-то палку откручу, ей тебя стоит. Она не подойдет, что ли, сумочка? Чтобы камера могла падать, но при этом можно как-то взять. Мне нужно, чтобы почти рюкзаки, рюкзаки, пожалуйста, вот здесь. Может, подскажешь, вот лучше отсутствовать. Не могу отойти отсюда. Давайте вот он поставит, он поставит. Нет, ему не доверяю, это чужие. Я ему тоже не доверяю, кстати. Я не доверяю, извините. Я вот не доверяю. А я ему не доверяю. Видите, какие глаза? Да. Пожалуйста, пройдите, вот там рюкзачки все. Консортированы. Ничего а сумки взамен. Китайского происхождения? А у нас все китайского происхождения. У нас подпольная, производитель. А? Подпольная? Почему подпольная? Фабричный Китай все шьет. А вы что, не знаете? У нас фабрики и заводы только в Китае. Подделку продаете, конечно. Да? Конечно. Ну, наверное. Почему подделка? У нас везде написано «Фабричный Китай». Подделка, значит. Никакая не подделка. Делать, я выбираю того. Что нет? Говорю, я выбираю того. Нет, я понимаю, что вы выбираете. А вот это что? Камера. Камера. Села, зачем кажется. Вы меня снимаете? Sony. А? Она, кажется, камера села. Sony. Нет, я говорю, вы меня зачем снимаете? Я не снимаю. Вы меня зачем снимаете на камеру? Я не снимаю. Вы не снимаете? А как я могу убедиться, что вы меня не снимаете, вы направляете ее на меня? Могу только фиксировать. Так а зачем вы это делаете? Можно узнать? Просто. Не надо подмигивать мне правым глазом. Вы для чего меня снимаете? Я не снимаю.
Я не понимаю, почему вы меня снимаете? Я не снимаю. А что вы делаете? Ну, покажите, что вы меня не снимаете. Как я вам покажу? Ну, вот так вот покажите там мне. Там все на флешку пишется, как я вам покажу? Куда мне надо вставить флешку, чтобы вам показать? Я не знаю, куда. Я тоже не знаю. Но вы на меня направляете камеру, я хочу узнать, почему вы ее... диалог, поэтому направил на вас камеру. Так. Так. Я просто хотела узнать, что вы делаете. Снимаю. Меня снимаете? Для чего? Вообще фиксирую. Для чего? Просто. Ну, фиксируйте, нет, какая разница? Нет, вы же со мной завели диалог, правильно? Да, я просто хочу понимать, что вы делаете. С камерой в руках. Фиксирую. Что фиксируете? Все. Что все-то? Вокруг себя. Все фиксирую. Молодой человек, такое ощущение, что я, знаете, в дурдоме нахожусь. С кем я разговариваю? Ну, а вообще мне разрешила бабушка Бэтмена снимать. Так. Так. Это раз. Вы можете мне ответить на вопрос? И поступил заказ на ваш магазин. Так. Так. Можете от Володи поступил заказ. Можете мне ответить, для чего вы меня лично для снимаете? Володи. Для какого Володи? Володи? Ну, не знаю. Он сказал, что его зовут Володя. Он мне позвонил. У меня в ВКонтакте есть группа. Обалдеть. По видеосъемке. А запечатлеть ценные товары, соответственно. Он мне позвонил, сказал, что заплатил мне деньги за это. Сказал, вот тебе магазин, приди сюда. Все. Хорошо, пожалуйста, снимайте. Я вы пришел. Хотя бы можете мне... Я должен оказать ему услугу. То, сколько он мне заплатил деньги. А зовут его только Володя. Фамилии, отчество я не знаю. Только имя. А запрещена съемка, что ли, в магазине? Нет, не запрещена. Не. Я не понимаю, кто вы такие, что вы снимаете. Вы давайте тогда пойдем с другого пути. Да. А на кого похож? Вы похожи на туриста. На туриста? Да. Турист-гопник. Затрапезного вида. Я думал сначала, изначально, что я человек. Ну вот чисто внешне вы похожи на туриста. На туриста. А с туриста и вы туристу, приезжающему в город Санкт-Петербург, запрещаете видеорегистрацию. Какой я молодой, она уже седая. Ну, считайте, что я вам польстила. С кем? Зачем? С видеорегистратором? С видеорегистратором, с видеокамерами. Я же не знаю, как называется ваша техника. У меня камера Sony. Зачем вы вот так вот с какими-то вот с какими-то подоплеками? Я хочу просто понимать. Давайте мы хотим понимать, с кем мы разговариваем. Кто вы здесь? Директор. Да. Чего? Магазина. Директор магазина, который... А то вы подумали, что у подсобного помещения директор. Да. Я подсобного помещения, потому что я проводила сумнительную инвентаризацию. А, вам помочь? Да. Нет, мне не надо помогать. А вдруг надо? Чего? Хорошему человеку, чего бы не помочь? Что-нибудь лишнее нашли в инвентаризации? Обувь, которая не числится, например. Сейчас август месяц. А как вы свои полномочия можете подтвердить? У меня есть пропуск. У меня тоже есть пропуск. Давайте вы свой покажете, я свой. У хорошо. Него пропуск в этот, как его, в инфекционную больницу. Ты нафиг. Я не буду с вами сказать. Почему вы снимаете? Что я делаю? Снимаете? Я не снимаю. Снимаю девочек на кадре. Вы снимаете на кадре, не надо, не лисить. А я вас снимаю. Я снимаю. А при чем здесь это? Выключите камеру. Здесь съемка запрещена. А что происходит? Кем запрещено? Нет, ну у нас не запрещено. А кем? Кто запретил? Можно ту лицо? У нас начальство ругает. Ну, можно кто запретил? Вот дайте мне того человека, кто запретил. Как я вам его дам? Ну, либо распоряжение, какой-то документ. Ну, я, например, не очень желаю, чтобы меня снимали. Нет, желаю, не желаю, вы сказали, запрещено. Кто запретил? Я не желаю, чтобы меня снимали. Подождите, вы сказали, кто-то запретил. Кто запретил? Дайте мне того человека. У меня нету официального. Так нет, вот, значит, это балабольство? Просто ваше обычное балабольство. Вы для чего это делаете вообще? Скажите, вы кто? А вы кто? Ну вы кто? Я продавец здесь работаю. Ну и вы вправе кому-то что-то запрещать? Нет, я у вас спрашиваю, вы кто вообще, для чего Евгения, вы это делаете? Евгения, а на кого мы похожи? А? На кого мы похожи? Я не знаю, я ничего не говорю, мне хочется знать, кто наверное, меня снимает. Наверное, на эти, как он, гиппопотамов, наверное, да? Я просто хочу знать, кто меня снимает. Я должен отвечать вам, что... Я что же имею право поинтересоваться, кто меня снимает? А кто ее снимает? Ну-ка, перестаньте какая снимать. Камера? Перестаньте снимать женщину. Какое нахальство. Я считаю, вы ведете себя некрасиво в смысле? В данный момент. Да? Придирайтесь к каким-то выражениям или еще что-то. Как сказали, не так сказали. Ну, как знаю. Можем, так выражаемся. Вы можете сказать? Вот это 895. Можно пробить и пусть это. Не, я это показывать не буду. Да при чем тут это? Я просто не интересуюсь. О, Господи, я сразу и не рассмотрел. Меня просто интересует. Я тремблю там. Это детям продают?
ну хотя бы 18. У нас не детский магазин. Дет? Детям мы не продаем. Ну тут, слушайте, это же не розовый кролик. 18 плюс? А у вас запрещено снимать, да? Ну вообще у нас не очень приветствуют. Потом мне лично самой не очень-то хотелось бы, чтобы меня кто-то... А кто запрещает? Скажите, пожалуйста, кто вы и для чего это делаете? На кого я похож? Вы на человека похожи. По крайней мере, человек. Вот, уже какой-то прогресс пошел. Уже какой-то прогресс пошел. Да, ну, дальше. А при чем тут это? Я почему должна гадать, на кого похоже? Я вас спрашиваю, не можете ответить прямо, спокойно, нормально? Ответить что? Для чего вы снимаете? Почему? Кто кого снимает? А кто кого снимает? Видеосъемку ведете. Ну, так и говорите правильно. Для чего вы ведете видеосъемку? А не снимаете? Я никого не снимаю. Но вы держите камеру в мою сторону. Для чего? Я веду видеофиксацию. Зачем? Если выражаться правильно. Для себя. На каком основании? Я, например, на железобетонном. Против, чтобы вы делали это, в мою сторону. На железобетонном. В смысле, это керамогранит? На железобетонном основании. Я понимаю, но просто... Я тогда пойду, сейчас позову охрану. Вот я только без охраны, пожалуйста. Ну, блин, опять начинается. Опять 25, а? Зачем вы зовете охрану? Ну, у меня зачем? Я не хочу, чтобы здесь вели видеосъемку в мою сторону. Какую сторону? Выйдите, пожалуйста. На основании. На основании вы с камерой. Мне мешайте работать. Я вам мешаю работать? Вы меня понимаете, вы меня провоцируете специально, вы меня... На что вас спровоцировали уже? Хоть на что-то, вот малейшее. Выйдите, пожалуйста. Нет, выйдите. Вы где находитесь? Руки. Руки, я не пью. Ну, и не трогай, не надо трогать. А я не хочу, чтобы меня снимали. Давай. Оп. Не получается так ручку высоко поднять, да? Хотелки твои дома нормально? У тебя будут. А что ты мне тыкаешь? А почему вы не потыкаете? Почувствовал, что а на каком тыкнули? Основании ты вы не тыкаете? Какое место ты почувствовал, что тебя тыкнули? На каком основании? Какое вы место кто? Тебя тыкнули? А? Расскажи мне. Я, по-моему, тыкнули. На вы к вам обращаюсь, а не на ты. Правильно, потому что ты должностной при исполнении. А какая разница? Разница а вы есть. Мне кто, чтобы мне вот так вот мне я ты покупатель. Говорить? Я покупатель. Но вы тоже не имеете права, имейте нормальное обращение полицию. И говорить вызови на полицию, вы. Вызови полицию, напиши заявление. Иди я вам не ту, мне сват, чтобы мне тыкали. В какое место ты я тебя тыкнул? Словами, обращением. Ага. Идите сперва воспитание получите нормальное. Так вы же за охраной пошли. Позвони. А телефонное право давно отменили уже. Хочешь, я куплю, Леонид? Тебе купить? Я смотрю, это самое. Писька, нора короткая, язык длинный. Вот это номер. Куда идти? Да ладно, мне это послышалось. Все, мы побежали. Не надо полицию, пожалуйста. У меня с полицией конфликты, пожалуйста, не надо полицию. Кто? Так а зачем тогда в полицию звонить? Сразу звони мужу. Сразу мужу звоните, пускай приезжает. Это еще мужиками себя называют. Что ты твоя мать? Евгения, выйдите, пожалуйста. А куда вы звоните? Евгения, прокомментируйте, пожалуйста, почему у вас запасной выход застал? Убери камеру. Почему пожарный выход-то закрыт? А полицию позвонила. Да звони. Как раз объяснишь, почему пожарный выход закрыла. Кто там приглашает? А, Евгения, а вы часто туда ходите? Вообще, она еще и матом ругается, а? Какие плохие слова. А Евгения королеве блять всего. У нас видеосъемка запрещена в магазине. А я для мужа служу. Для кого? Для мужа. Потом узнаете. А что вы делать будете с этим видео? Что мы узнаем? Что вы будете делать? А с фотографией? Так, не надо. Стоп. Не надо. Я не разрешал себя снимать. Я тоже не разрешала. Вот. У нас видеосъемка запрещена в магазине. Ну, я вас не снимаю, я фиксирую только. И я фиксирую. Представляете, если бы я у вас начал телефон отбирать, какой у меня камера? Я у вас не отбирала ничего. А чё? Стекло-то такое. А ничего. Ты за то, что вы... Будем писюны мериться. Начинаете оскорблять. Кого? Вы мне сказали, тыкать. Что у меня короткий. Ну потому что вы уже напросились. Так я не тыкал. В смысле тыкать? Тыкали. Тыкали? Чем? Ты первый же и начал. Чем тыкали-то? И в кого тыкали?
Нет. Так физического воздействия это не было. Я сделала, что мне надо. Физического-то воздействия не было. Все, было. Где? Когда? Я что-то пропустил в этой жизни? Я что-то в этой жизни пропустил? У тебя в должностной инструкции написано быть стрессоустойчивым. Вы начали меня просто... То есть ты не стрессоустойчива. Зачем ты здесь работаешь тогда, если ты не стрессоустойчива? Почему вы меня не по-моему лечите? Кто лечит? Я не врач. Я покупатель. Книжки потенциально. Я не похож вы на врача. Вы не зашли, не начали покупать. У меня нет медицинской начали. Корочки. Я же не просто так спросил. Тебя. Мы просто вот начали что? Компромисс вести. Вот как, вот какой компромисс? Компромисс, да, идти нет. На компромисс, да, мы решили, мы я это делали. Я пыталась с вами поговорить нормально, чтобы вы мне ответили. Ты пыталась запрещать. Я не запрещать запытался. Писюн большой, язык большой, писюн маленький. Это что значит такое? А почему вы меня этим оскорбляли, начинали? Чем именно? Тебя оскорбляли? Так они у вас продаются здесь. Нет, вот вы они. Мне начали писюны крикать, продаются. Возьми себе, давай тебе купим. Это что это да, такое? Это я ничего такого не говорил. А ты мне это сказала? Я не вам это говорила. А, нет, ты ему сказала, писюн маленький, язык длинный. Да, потому что меня оскорбляли. А меня ты послала? Никого не послала. Ни в коем случае не ходите в данный магазин. А мы находились в торговом центре «Лето», торговый центр. А вам, ребята, подписаться на канал, ставить лайки. И нажимать на колокольчик. Обязательно колокольчик. Колокольчик, колокольчик. Всем удачи. С вами был Писюк. Писюк.